Гораздо большая куча мусора, 9 тысяч тонн, была вывезена из Орла. Именно такая цифра была названа при оглашении итогов экологического двухмесячника. Красную черту подвели на заседании оргкомитета. В городе Орле 100 тонн свалка ликвидирована, 9 тысяч тонн мусора вывезено на полигоны по области, 15 тысяч тонн мусора за двухмесячник экологический. Безнаказанными же любители посорить не остались. К административной ответственности привлекли 412 человек. С них будет взыскано более 750 тысяч рублей. Однако поимка нарушителей основной целью акции не была. Главное – это не поработать за коммунальную службу, а главное – это вот именно дать мотив людям, чтобы они наводили порядок каждодневно, повсеместно на своей территории. До масштабной уборки санитарно-эпидемиологической обстановкой в области были крайне недовольны руководители управления Роспотребнадзора. Они рекомендовали административным комиссиям сделать оргвыводы, впредь не бездействовать и содержать территории в чистоте, не надеясь на экоакции.